День открытых дверей. Так можно назвать общероссийский день приема граждан, который прошел в администрации Ленинского района. Сегодня без предварительной записи можно было попасть к главе муниципалитета и к любому из пяти его заместителей, чтобы задать свои вопросы на темы жилищно-коммунального хозяйства, земельного права, здравоохранения, образования и многие другие. Все на самом деле очень просто, понятно, без каких-либо особых очередей. Я сегодня смог зайти в администрацию, прийти напрямую к заместителю главы и задать свой вопрос. Прием, как и сказано в поручении президента России, традиционно начался в 12 часов дня и закончился вечером в 20:00. За это время представители власти смогли принять десятки граждан и дать своевременные компетентные ответы на волнующие людей вопросы. Мы находимся друг с другом в режиме связи. Если для решения вопроса принципиального потребуется дополнительная консультация наших параллельных структур, допустим, если они пришли по вопросам земельных имущественных отношений, мы с ними начинаем разбираться по данному вопросу, но вопрос более глубокий, то мы подключаем управление архитектуры, строительство всех, и любой заявитель от нас уходит с готовым, сформулированным для него ответом. В том случае, если сразу дать ответ не получается, вопрос берется на контроль заместителя главы Ленинского района. И в недельный срок гражданин приглашается на повторный прием, чтобы получить консультацию. Так вышло и с Натальей Пасокиной. Тема ее визита требует углубленного изучения. В ближайшее время планируется строительство дороги Щербинка-Федюкова-Горки-Ленинские, которое, строительство непосредственно к этой дороге ущемляет права наших участков, собственников и арендаторов. То есть люди им не разрешают строить дома и не разрешают выкупать участки, и дома уже построены. Ну, в общем, и самое главное то, что это участки, в основном, которые были выделены многодетным семьям. Заместитель главы Сергей Гаврилов обещал максимально внимательно отнестись к проблеме и помочь в решении ситуации. Но стоит отметить, что двери администрации Ленинского района открыты не только в день общероссийского приема. Муниципальные служащие принимают население каждый понедельник. Помимо этого, глава и его заместители практикуют выездные встречи в городских и сельских поселениях. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.